4 сентября в Кировске и Апатитах состоятся «Чистые игры». Это командные соревнования по уборке территорий, которые в этот день традиционно проходят во многих странах, а также населенных пунктах нашей страны. К проекту, который, как мы видим, уже получил международный статус, наши города присоединяются впервые. Победителей ждут призы от главного партнера – компании «Фосагро». В Кировске акция начнется в 12 часов на взлетной полосе старого аэропорта. А где будут наводить порядок в Апатитах, расскажем далее. Организатором проекта в Апатитах выступает «Уборочка 51». Напомним, участники именно этого экологического движения в 2019 году провели марафон чистоты на берегу озера Имандра. На призыв навести порядок тогда откликнулись 150 человек. Они собрали и вывезли несколько камазов мусора. В результате была ликвидирована внушительная несанкционированная свалка. В этом году экологическое движение «Уборочка 51» вновь приглашает апатитчан и кировчан присоединиться к генеральной уборке территории. Теперь в рамках международного проекта «Чистые игры». Я призываю всех присоединиться, кто хочет поучаствовать, кто хочет посоревноваться, кто хочет принести пользу и сделать доброе дело. Присоединяйтесь 4 сентября в 12 часов здесь, на этом месте сбор. Всех ждем. Команды нужно зарегистрировать заранее. Зарегистрироваться для участия в «Чистых играх» можно в мобильном приложении или на сайте проекта cleangames.org. Соревнования пройдут в районе водокачки вдоль дороги на базу отдыха «Лесная». Участники будут решать экологические загадки, собирать и сортировать различные виды отходов, получать за выполненные задания баллы. Естественно, самое главное, конечно, это объем. Но, например, за опасные отходы присуждается баллов больше. То есть за те же батарейки мы даем дополнительные баллы. Будут еще дополнительные баллы за фотографии. То есть если участник фотографирует до и после, он тоже получает за это дополнительные баллы. Желающих присоединиться к проекту в Апатитах приглашают в эту субботу к 12 часам на берег озера Имандра. А в Кировске в то же самое время участники акции встречаются на взлетной полосе старого аэропорта. Добавлю, к месту проведения соревнований в Кировске можно будет добраться на личном транспорте или на общественном. Подойдут автобусы номер 102, 128, 130 и 131. Выйти надо будет на остановке 9-й километр. А в Апатитах тех участников, у кого нет своей машины, к берегу Имандры привезет специальный автобус. 4 сентября в 11 часов 30 минут он отправится от кинотеатра «Полярный». Больше подробностей в группе проекта «Чистые игры» в социальной сети ВКонтакте.